Новое сообщение. И что на этот раз? Надо понять, при чем тут эти любовники из Вероны? Милый мой, ты куришь-то губку, что в кармане у тебя. Протяну я к трубке руку и коснусь ее, любя. О, мистер Холмс, и буйный же выдался вечерок. Вы не находите, дружок? Вы, я вижу, не унываете. А, подумаешь, потеряли булыжник. У нас их куча. Не могли бы вы мне помочь? Я ищу книгу про любовников из Вероны. О, вы обязательно ее найдете здесь, в читальном зале. Тут много всяких историй про любовь. Хоть в Вероне, хоть где, может, даже в Лондоне, в музее, а? Как же мне найти книгу в этой громадной библиотеке? А посмотрите в картотеке на входе. Там указано, в какой части библиотеки, на каком этаже и на какой полке слева направо находится книга. Удачи! Спасибо. Странная машина. Она должна помочь мне сориентироваться в этой огромной библиотеке. Я, должно быть, сделал ошибку. Нужно подумать. А вот и то, что я искал. Ну вот, Ромео и Джульетта. Смотрите-ка, тут лежит закладка, а на ней что-то написано. Эта дверь должна мне подсказать, какая книга должна быть следующей. Старинная дверь в вавилонском стиле. Старинная дверь в вавилонском стиле. Эта дверь должна мне подсказать, какая книга должна быть следующей. Старинная дверь в вавилонском.
Старинная дверь в Вавилонском стиле. Старинная дверь в вавилонском стиле. Здесь находятся книги по британским колониям. Ага, вот и книга, которую я искал. Индийская магия. Здесь нет ничего особенного. 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 Ага, на этой странице есть кое-что интересное.
монументальная статуя скарабея. Новосирийский каменный барельеф, представляющий поклонение царю Ашшур-Назирпалу II. Обезьяна – значимый образ в месопотамском искусстве, экзотическое и очень ценное животное. Огромный гранитный кулак. Можно только догадываться, каким было все остальное. Алевритовый саркофаг Сасабека, визиря Верхнего Египта. Царица Яхмес Меритамон, сестра и жена Аменхотепа I. Стела из известняка с тремя фигурками Беса, бога, отгоняющего зло своим мечом, защитника домашнего очага. Бюст Аменхотепа III. Статуя из черного гранита Сехмет, египетская богиня разрушения, орудие мести Ра людям. Гигантский известняковый бюст Аменхотепа III. Саркофаг Хапмена. Отсутствует в настоящий момент. Дар короля Георга III. Гранитная статуя Амона в обличии барана, защищающего царя Тахарку из 25-й династии. Гранитное святилище Изиды, эпоха Птолемея VIII. Колонна и капитель в виде пальмы, красный гранит. Фрагмент бороды великого сфинкса. Египетские стеллы. Ага, вот и книга, которую я... Здесь нет ничего особенного. 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 Ага, на этой странице есть кое-что интересное. Вот, я нашел нужные страницы книги. И что теперь искать?
Вот, я нашел нужные страницы книги. И что теперь искать? Гранитная крышка саркофага Ситау, нубийского наместника времен правления Рамзеса II, 1279-1213 годы до нашей эры. Гранитная голова Аменхотепа III. Старинная дверь в вавилонском стиле. Царица Яхмес Меритамон, сестра и жена Аменхотепа I. Статуя из черного гранита Сехмет, египетская богиня разрушения, орудие мести Ра людям. Шеду, в шумеро-аккадской мифологии добрые духи-хранители. Гранитный саркофаг Пахемнетера, верховного жреца Птаха в Мемфисе. Гигантский известняковый бюст Аменхотепа III. Раскрашенная известняковая статуя Нентхефтки, чиновника времен Пятой династии. Ладья из Грано-Диорита, несущая статую царицы Мутимуи, матери Аменхотепа III. Гранитное святилище Изиды, эпох. Египетские стеллы. Странная стела. Возможно, старинный пограничный знак. Колоссальная мраморная нога. Мраморная статуя Деметры. Скульптура римской эпохи. Новое сообщение. И что на этот раз? Столовый сервиз. Разрозненный, но бесценный. Забавно. Уникальная коллекция старинных и очень ценных ваз. Это Ричард I, король Англии. Более известный под именем Ричард Львиное Сердце.
Вот и три брата, о которых говорится в стихотворении. Люпен прав. Это произведение не нужно уничтожать. Но тут есть подсказка. Новое сообщение. И что на этот раз? Все это, несомненно, имеет отношение к книгам, которые я нашел в читальном зале. Пить или не пить? А вот и книга. Угол страницы загнут. Должно быть, это важно. Я перепишу ее. Любопытно, что здесь написано.
саркофаг Хапмена. Ладья из грано-диорита, несущая статую царицы Мутим. Здесь что-то есть. Я должен найти что-то, что подходит под описание из стихотворения. Великолепное блюдо. Ага, вот теперь все правильно. Диаметр 52 сантиметра. Впечатляющая коллекция авторских медалей «Досье».